Подобно мозаике, культура таджикского народа объединила и впитала в себя различные направления Востока – мудрое, таинственное, музыкальное и дружественное. Таким ирано-таджикский этнос открывается перед новичками. В холле Центра национальных культур рядом с показательными стендами ажиотаж. Не каждый день есть возможность примерить национальный костюм, благородные ткани, яркие краски. На каждый день и на праздник. Другой из разделов выставки рассказал о музыкальных пристрастиях таджиков. Тудур, что похож на балалайку, даира точь-в-точь, как бубен у хантов. Словом, каждая культура в таджикской найдет что-то свое. Живем с соседами, с Республикой Узбекистан и Киргизии с соседями. Поэтому у нас очень много общего с этими народами. И также с Российской Федерацией, потому что в течение 70 лет Таджикистан был в составе Советского Союза. Мы как бы себя никогда не выделяли от этой культуры, общей культуры. И много чего нас связывает. То, над чем бьются часто политики, дипломаты в течение месяцев, а может быть и лет, через культуру это решается, бывает, что и днями. Вот это очень важно, то, чем вы занимаетесь, сохраняя свой язык, свои традиции. Правление Согдиана пригласило на гастроли в Нижневартовск народных любимцев, заслуженных артистов Таджикистана «Дуэт Форам». Мы много ездим по регионам России и представляем вот такие строчки. Сейчас бы хотелось, чтобы мы вашим местным нижневартовским жителям прочитали эти строчки о двух языках – русском и таджикском. Язык России, с чем он схож? На песни волжских волн похож. На воркование голубей, на колокольный звон церквей. От Пушкина и Рудаки пути эпохи далеки. Они истоки нам родник, и язык поэтов нас роднит. Мы вместе, вместе много лет, в дни песен, праздников и бед. Россия и Таджикистан, пусть крепнет мост обеих стран. Почти 4 года культурный центр – место встречи для нижневартовских таджиков. Здесь они делятся друг с другом радостями и вместе решают проблемы друг друга. Сегодня Согдиан объединил 700 представителей этого народа. Они – постоянные участники нижневартовских многонациональных праздников. Организация только начинает развиваться. Совсем скоро здесь планируют открыть собственный творческий коллектив, который, возможно, выступит перед вартовчанами уже в дни таджикской культуры 2012 года. Жанна Каретина, Ирика Дуганеев, телекомпания «Самотлор».